Лакен Сурен. Проект Кинома. Здравствуйте, уважаемые друзья, приятно познакомиться, меня зовут Сурен, я представляю компанию Oculus. Мы занимаемся тем, немного подальше отойду, мы занимаемся тем, что привезли данную технологию, она уже во всем мире, в принципе, популярна, сейчас она включится, она загружается. Это голографический дисплей, придуманный компанией Kinomo. Он запатентован, он во всем мире вообще популярен. В России мы первые ребята, которые получили эксклюзив на ближайшие 5 лет. В целом такая крутая штука голографическая, заставляет многих на камеру снимать. В чем суть? Извиняюсь, сейчас, секундочку. Извиняюсь, как всегда, сейчас бывает что-то не так. А ты запускай пока видео. Да, включу видео, пока загружается, там просто много розеток. Сейчас, секундочку. Мы выступали в Лас-Вегасе на технологической выставке CES в 2018 году. BBC и Yahoo Finance признали технологию одной из самых крутых на стенде. Можно увидеть различные форматы, в принципе, стены, голографические такие эффекты. Ну, куча людей было. Приостановлю видео. Суть в чем? Она увеличивает продажи, то есть завлекает традиционные форматы рекламы, уже не действуют. Человек практически всегда застревает, смотрит, хочет увидеть. И в среднем все тесты, которые мы проводили с многими компаниями, это приблизительно 30-35% увеличения продаж тех товаров, которые на них рекламируются. Кстати, телефон загрузил для вас, чтобы посмотрели. Много чего крутого можно сделать. За рубежом компания работает с многими уже, в принципе, производителями. Особенности это розничный ритейлер, естественно. Устанавливаем в местах продаж, увеличивается сразу поток, увеличивается трафик, узнаваемость бренда. Полностью они контролируются дистанционно, управление удаленное, можно, в принципе, тысячи штук по России раскинуть и с одного компьютера управлять. Программное обеспечение выглядит следующим образом. Заходим, здесь много чего. Видим наши юниты, какие у них, в принципе, статус. В принципе, понимаем в целом, как это выглядит. В чем препятствие? В принципе, это отсутствие известности данной технологии. Мы только начали, тихо-тихо двигаемся. Естественно, отторжение на рынке. Многие маркетологи, которые работают в больших компаниях, боятся интегрировать новые технологии. В принципе, это их работа, но зачем им это надо, в принципе. И долгие сделки, основные игроки, все равно бюрократичные процессы, принимается сделка долго, но в итоге принимается она положительно. Большинство ЛПР, в принципе, на зарплатах, это те же самые маркетологи, не ищут новые технологии, инновации, зачем нужно. И стратегия решения, то есть мы делаем крупный акцент на маркетологию, то есть выставки, СМИ, упор на мероприятия, шоу и тому далее. Это наше там будет через месяц. В Афимоле можете увидеть большой стенд, там будет много девайсов. Двигаемся дальше. Ближайших конкурентов нет. Еще 30 секунд, быстренько, заканчиваю. К сожалению, пытаются скопировать китайцы очень долго, но не получается. Деньги, много всего. Клиенты, представительства – это основной бизнес. Инвестиции. Мы уже закрыли первый раунд инвестиций в 100 миллионов рублей. В принципе, инвестировали на закупку, офис, на маркетинг. И все, в принципе, не буду задерживать, там уже не важно. Надеюсь, понравилось. Спасибо большое. Спасибо.